Гол Шатова на 5-й минуте в ворота Шинника. Его фанатов шок не поверг. Фанатская трибуна, как и в прошлом матче, смотрела игру стоя на креслах и молча. Зрителей на стадионе было без того немного. Дождь портил футбольный спектакль, которого явно не получалось ни с той, ни с другой стороны. Этот матч был бы для Шинника принципиальным, если бы командой руководил Александр Побегалов. Накануне на базе в Белкино команда встречалась с болельщиками, и с официальной точки зрения конфликт был исчерпан. Непонятки какие-то. Судьбы Побегалова. Человек мутан хороший, а как тренер мутан, как руководитель, ну, не смог, видать, это, руководить командой. Но сегодня фанаты еще раз доказали, что их мнения разные. В тишине на трибуне болельщики развернули транспарант о вероятном продолжении кадровой истории с отставкой Побегалова. На нем написали фамилию гендиректора Шинника. На поле при этом ярославцы старались исправить ситуацию, и гол Сухова в девятку ворот уральцев помог, но временно. Во втором тайме Урал забил еще один мяч, вновь оставив Шинник без очков. А это уже поднадоевшая болельщикам история. Шинник впервые в первом дивизионе находится так низко в турнирной таблице первенства страны. 1-2 в пользу Урала. Евгений Полковников, Михаил Орлов, городской телеканал.